Здрасте. Чем еще заняться среди ночи, если уснул вовремя? В общем, вот у нас тут есть горшочек. Если кого-то вдруг смущает мой голос, то слегка он у меня простужен. И вчера его практически не было. У меня тут гречка. Это я вчера еще хотела сделать. Но почти весь день гречка. И вот у меня тут молоко. А вон там у нас кот. Знаю я эту гречку. Вечно она разваливается раза в три. Судя по вкусу, вполне себе нормальное молоко. Можете смело покупать. Можно, конечно, делать гречку просто и вне микроволновки. Можно, у меня раньше была кастрюля, благодаря бабусе ее не стало. Кастрюля, бабусе тоже. И в ней можно было делать тоже с молоком. Кстати, гречку с молоком очень вкусно. Не знаю, как горшочки получится, надеюсь, что хорошо. Чем вот тут у нас где-то половина до этого кружочка. Молочко. Попробую сейчас показать поближе. Видно его. Я сейчас уберу на некоторое время микроволновку. Ну и просто потом буду доставать и процесс заснимать. Может быть, еще засниму попутный рис в горшочке. Но уже через какое-то время. Микроволновка одна, а горшочек. Горшочка две штуки вообще. У меня два горшочка и этот с молоком и кашкой. И молока оказалось несколько больше, чем нужно, ибо оно при кипении даже через крышечку слегка протекло. Но это типа метод проб и ошибок. Думаю, можно будет в следующий раз чуть меньше положить. Ставила на самую конкретную мощность на 2 минуты. Сейчас я попробую, наверное, чуть слабее, но подольше поварить его. Вот тут у меня замороженный, уже размороженный бульон на косточке свиной. По-моему, на ребрышках или типа того. Я хочу сейчас сделать, возможно, неправильно, и у кого-нибудь там возникнет попа-боль или еще что-то. Но залить вот этим вот, не всем, конечно, вот сюда вместе с рисом. И дать пока немножко постоять, пока у меня микроволновка занята. Да-да, я знаю, что его надо промывать. Но мне как-то лениво. Я вообще его, когда варю, никогда не промываю. И еще живая, заметьте.
где-то, наверное, половинка чашечки. Поднимемся немножко. Вот, видимо, молоком надо покрывать все-таки совсем чуть-чуть, а не до середины. Уж у меня опять случилась маленькая авария, как и была с пшенкой. Но пшенку в итоге я все-таки доделала. Пшенку я уже доделала, вот она, например, в таком же состоянии была, я кидала туда сливочное масло и воды. Молоко не пропало зря, мы его отдали котику. В общем, так. Так вот, не повторяйте, так сказать, это дома, или повторяйте, но... Молока действительно на где-то вот столько же, сколько гречки один в один, чтобы он покрывал там, может, ну, на пол сантиметра. Хотя я инструкции всяких разных читала в интернете, вот сейчас еще посмотрела насчет гречки. Не знаю, как там так не убегало молоко, у меня почему-то оно конкретно капитально так убежало. Тут кашка у меня тут. Вот я уже залила водой фильтрованной, и вот здесь у меня кусок масла. Я думаю, его хватит, наверное. Вот у нас тут уже масло и вода. Я слегка помешала. И сейчас отправлю в микроволновку. И как я поняла, если делать чуть меньше мощности, на минуту прибавлять время, на 3 минуты ставила, то молоко все равно убегает. То бишь, видимо, в любом случае надо его меньше. Может, и так можно перелить, но как-то я не уверена. Остатки бульона дольем потом. Перчик замороженный, остатки было роскоши. Вообще, может, его надо помелче порезать. Я вообще люблю тушеный перчик с рисом. А может, и так сойдет. Может, даже и не весь. Хватит еще на какой-нибудь супчик. Наша кашка подошла. Я очень надеюсь, что она в этот раз не убежала. В итоге она тоже слегка убежала. Все-таки я, видать, переборщила снова еще и с водой. Ну и, насколько я помню, там надо, чтобы она в кавычках дошла под крышечкой, и кашка пшенная у меня, по-моему, так под крышкой какое-то время стояла. Сейчас я уже на 3 минуты тоже ставила вот этой средней мощности. Сейчас попробую поставить где-нибудь на минутку и уже просто оставить ее минут на 3, не открывая в микроволновке. А потом, наверное, засуну рис. Что касается риса, у меня там уже минута прошла, и вот сейчас еще надо заметить время, что там постояло. В общем, насчет риса я хотела сюда еще добавить немножко карри. Карри у меня тоже слегка такая-то проблемка. Я то не досыплю, и оно не очень чувствуется, то слегка пересыплю, и кажется немножко острым.
Ну, не настолько острым, что жуть, но чувствуется. Середина у меня очень редко получается. У меня тут есть такая советская, наверное, ложечка. Потому что когда я была мелкая, она уже была, эта ложечка. Вообще без понятия, для чего она. Я думаю, вот столько хватит, потому что в прошлый раз целой ложечки на картошку, примерно такого же объема горшочки, было много. Вот она у нас 15 минут настаивалась, и вполне себе кашка. Сейчас я ее покрою крышечкой. И куда-нибудь, наверное, надо засунуть в теплое место. Укутать обычно бабушки так делали, да, там, не знаю, как ваши, если у вас были бабушки. У меня была, ну, в смысле, бабушка моя, она, если в деревне, ну, в печке стояла, конечно, а здесь она в чего-нибудь такое теплое укутывала, обычно в подушке. Особенно, когда ты не дома и придешь, чтобы не разогревать еще раз. Сейчас я засуну рис. Кстати, молоко очень вкусное. Похоже на сгущенное вот в таких баночках по 8% жирности. Ну, чувствуется, что там 3,2%. Все-таки есть, наверное, разница. А вот те, которые обычно продаются 3,2%, они как-то... Ну, иногда чувствуется жир, иногда как-то разницы с 2,5 не ощущается. Ну, а здесь у нас жидкости столько же, сколько риса. Я надеюсь, оно не убежит. Но тоже поставлю... Сначала на 3 минутки, потом проверять буду периодически. Если минуты на 3 на среднюю мощность убрать, а потом оставить еще. Точнее, мне тупо некогда было, не успела я подойти. Занята была немножко. И да, возможно, сейчас вот у меня тремор, потому что я держу его. Короче, вот он. Я думаю, его можно сейчас еще немножко бульончика долить и убрать. Еще минуты на 3, еще минут на 7 оставить. Дуйти в кавычках. В общем, я подошла где-то в общей сложности минут через 10. Думаю, что минуты 7 он как раз и стоял у меня в ожидании чуда. Довольно, можно сказать, даже быстрее, чем я думала. Можно его усвоять. Вот у меня тут бульончик. Думаю, надо... Ну, вряд ли, наверное, весь стоит выливать, но половинку стоит, наверное, все-таки добавить сюда. И уберу я снова в микроволну. Даже меньше, чем половинка. Думаю, надо немножко это счастье помешать. Я, конечно, забыла это посолить. Думаю, сейчас как раз самое то. Так же, как кашу забыла посластить. Так вот, рис слегка еще крепковат, но, в принципе, я думаю, сейчас он как раз дойдет. Еще немножко засунем. В крайнем случае, можно будет потом весь оставшийся бульон залить. Хрен знает, сколько оно в итоге стояло, потому что в 6 часов мне приспичило подвигать мебель. Ну, таки оно, это 3 минуты на средней мощности, и потом уже сколько-то стояло. Что вполне себе горячее, я думаю, столько же еще и простоять в микроволновке. Можно будет потом подогреть и хавать. Вот так.
Вот такие дела. Всем пока.